Всем привет, друзья! С вами Неломоп, и мы сегодня отправляемся в мир животных. Мир обезьян, горилл, макак и прочих человекоподобных. Значит, что мы делаем сегодня? Мы будем пытаться найти малыша, будем подробнее игру изучать. Я немножко уже разобрался в ней. Значит, что тут можно делать? Оказывается, бегать, прыгать, то есть и бегать можно. То есть держим пробел, и оно быстрее нас бежит, потом отпускаем, опа, и он делает прыжок. Потом нажимаем букву И на клавиатуре, и мы можем вот всякие вещицы такие вот высматривать, концентрироваться на них. Вот, чикс. Опа, запомнить. И мы можем туда подойти, вот сюда, к примеру, зачерпнуть, осмотреть. То есть, таким образом, мы изучаем природу. Все, что вокруг нас находится, найдена новая еда. Источник пресной воды. Но это уже было в прошлой серии, но ничего страшного. Просто я начал новую игру, потому что я там немножко натупил. Вот, наша сегодняшняя задача — двигаться к малышу. Чтобы это дело совершить, нам нужно смотреть на вот такие вот данные. Вот это, по-моему, малыш. Нет, не малыш. Тут кто-то вот у нас погиб. В общем, вот так нужно так, короче, высматривать, всматриваться, и таким образом мы с вами сможем понять, где, собственно, наш малыш и прячется. Вернее, не прячется, а где он потерялся, куда он залег. Вот один тут малыш, а вот этот, вот видите, там как-то можно навестись. Сложновато пока навестись, давайте туда поближе побежим. Может быть, мы его найдем сегодня. Так, пока что это нам не надо изучать. Вот где-то здесь малыш спрятался в укрытии, помните? Или не тут? Надо искать. Надо не спеша. Писали мне, надо играть в эту игру не спеша. Опознать. Что-то здесь есть. Органы чувств. Кью, чтобы задействовать органы чувств, найдите сородича вашей стаи. Интеллект. Так, позвать. Интеллект. Что такое? Отмена. Этот камень. Я могу осмотреть камень? Могу. Какой-то камень поднять, видите? Что там? Нюхай. Понюхал камень, понюхал. Новое место. Закрепленный камень. Новое место какое-то. Прикрепленный камень. О чем прикрепленный? Непонятно. Так, напугать. Так, мне говорили нажать на кнопку Q, чтобы мы органы, свои органы чувств активировали. Вот, мы можем встать на Z, включить нюх. Попытаться вынюхать, где же мог спрятаться малыш. Где-то тут его запахи. Можем ускоряться. Прыжок совершить. Оп, ягоды, новые ягоды, новый тип ягод. Осмотреть. Все нам надо изучать в этой природе дикой. Ягоды новые найдены. Плод путерии сладковатой. Съедим его. Так, съели одну. Вы усвоили питательное вещество из ягод. Замечательно. Хорошо. Что там у нас? Двигательная функция. Слух. Возможно, мы где-то так услышим. Как стонет малыш. Как он кричит. Зовет нас на помощь. Верно, надо спуститься вниз. Я слышу звуки снизу. Как мне здесь спуститься вниз и не разбиться? На этих скалах. Оп. Так. А если я... Ой, держись. Не надо коцаться. Сейчас нам только ран еще не хватало. Так, как хвататься за листву? Ползучие стебли. Подпрыгните, а затем, когда скажете среди листвы, и получите, нажмите пробел, чтобы ухватиться за них. За стволы деревьев, скалы, ветки будете хвататься автоматически. Понятно. Вот, по-моему, где-то... Ой, только бы ногу не сломал. Не здесь ли случайно малыш наш спрятан был? Не в этих ли камнях? Давайте мы съедим. Там что-то у нас было в руке. Чтобы не мешало. Я слышу звук. Давайте мы включим органы чувств. Позовем. Так, а теперь давайте включим нюх наш. Попробуем вынюхать. Вынюхать малыша. Малыш где-то тут явно залег. Встать. Слух. Есть возможность еще слух включить. Но явно не подо мной он кричит. Где-то он тут кричит. А вот тут какой-то крик издается. Возможно, малыш где-то здесь.
Пока мисс непонятно, да? Где он? Малыш, где-то тут прячется. Так, что мы тут имеем? Концентрация. Запомнить. Интеллект. Вы можете запомнить место всех уже знакомых вам объектов. Хорошо. Продолжаем поиски. Значит, включаем Q. Нюх. Слух. Также помогает находить предметы, имеющие практическое применение, а также мысленно переставлять там что-то там. Пока, мисс, я ничего не понимаю. Звук идет отсюда. Видите? Мы пошли туда. Пойдемте в эту сторону. Если звук идет отсюда, возможно, он где-то здесь прячется. Малыш, может, в этих камнях сидит? О, как успокоить детеныша. Нажмите. Затем дождитесь реакции детеныша, чтобы начать успокаивать его. Температуру внимательно слушайте. Значит, кричим. Пробуем. Так. Есть. Получилось. Я его успокоил. Вот мы нашли малыша. Малыш, привет! Ты что там спрятался? Страшно было? Ну иди к папочке. Вот мы его на спину, получается, берем. Берем. И теперь наша задача добраться в поселение к своей стае. А, ну то есть нам обратно идти, по идее, по воде. И, собственно, отнести малыша обратно. Чтобы это дело было легче. Вот она, наша стая там наверху, наверху водопада находится. Но тут полно еще различных штук, которые мы могли бы по дороге изучить. Вот тут, например, что-то есть. Что это такое? Это так похоже на камни. Схватить. Осмотреть. Похож на обычный камень. Вонючий причем. Вонючий-привонючий камень. Новый предмет найден. Гранит. Мы можем его бросить. А я могу бегать, интересно, с малышом? Так, что мы можем еще по дороге изучить? Будем понемногу двигаться наверх, но по дороге, конечно же, было бы прикольно, если бы мы что-то еще изучали. Какие-то новые штуки находили. Что здесь такое? Зачерпнуть. Это та же вода. Наверное. Малыш жопу моет, смотрите-ка. Если вдруг он обосрался, то он может сейчас спокойно помыть жопу себе в воде. Так, все. А смотреть там было. Не так. Зачерпнуть? Нет, там что-то было осмотреть. А что там было осмотреть? Осмотреть. Что он там хочет осматривать? Не знаю. Что вынюхивает, слушай. Следопыт. Обезьяна-следопыт. Новое место для рыбалки. Вау, мы сможем рыбу здесь даже ловить позже. Обезьяна, которая ловит рыбу. Ну, интересный момент. Так, а здесь что? Пока не понял я. Вот здесь можно что-то изучить. А, камень тут был какой-то. Я могу его схватить. Это камень, который мы можем собирать. Но пока я не понимаю, для чего мне эти ресурсы собирать. Может, попозже мы как-то это будет какая-то система эволюции, и мы все это сможем в будущем использовать для своих нужд. Так, что это? Концентрация. Гоминид. Запомнить. Что за гоминид? Я не понимаю пока что, но я на всякий пожарный себе пометку запомнил, поставил. Я уже немножко разобрался с управлением, и уже намного приятнее и легче играть. Так, вот наша обезьянка. Будем прыгать. Оп. Оп. За водопад зацепится, за камни. Так, вот мы закарабкались. Тут что-то можно новое узнать, интересное? Но все, что мы можем получить, узнать, у нас ждет наверху. Придется лезть, мы это дело, в принципе, любим лазить. Мы же обезьяна. Ползем, короче, в свою стаю, и сейчас я этого малыша верну. Игра очень интересная и необычная. Таких игр я раньше не встречал, и она довольно сильно затягивает. Я так уже, когда немножко разобрался, стало намного приятнее играть. Ну как, я еще не это самое многого, наверняка, не знаю про эту игру. Но пока мне все очень даже интересно. Так, и тут какие-то кусты. Тут это все можно изучить. Все, что квадраты, это неизученные объекты, которые мне можно посмотреть. Так, игрушка пока что мне очень даже нравится.
Так, хорошо, это мы потом изучим этого чувака. Эти все, видите, квадраты? Нам бы желательно их всех поизучать. Сейчас мы, по идее, малыша принесли в стаю. Во, мультфильм. Вот мы и вернули. Папа дома, встречайте нас. Я принес нового члена семьи. Этот обезьян будет называться Михаил. Его зовут Михаил. А это кто такой? Это Джон. Джон и Михаил теперь вдвоем будут тут скакать. Прикольно. Мы нашли обезьяну, мы спасли ее. Да здравствует еще один член семьи. Что-то вынюхивает, он проверяет, свой, не свой. Где-то лазил, где-то там шастал. А ну! Что-то ругаются. Почему они ругаются? Мне это непонятно. Говорит, прости меня, детка. А может, переживала, типа, где-то так долго лазил. Да я же... может ли ваш род пройти путь эволюции быстрее предков? Схватить. Чик. Камень. Камни можно тут, по идее, осмотреть. Допустим. Так. Живучесть героя энергии зависит от выносливости и продолжительности жизни. Чтобы быть выносливым, нужно хорошо есть, пить и спать. А чтобы продолжить жить дольше, избегайте травм. Осмотрел я его. Сетативное действие. Остановитесь, чтобы увидеть все доступное сетативное действие. Их количество зависит от ситуации. Так, я осмотрел камень? Или не осмотрел? Так и не понял. Ну, сколько можно не любоваться этим камнем? Наверное, хватит. Давайте сейчас мы будем думать, что нам делать дальше. Пока что куча знакомые вам предметы, которые лежат на земле, можно собирать вместе с такими же предметами, складывать в кучи. Буду иметь в виду. Сохранение сработало. Ой, а что это я нажал? Сейчас я хочу попробовать сделать следующее. Тут есть кнопка «Изучить». Старшая особь, самец, одиночка, нар. Ухаживать. Допустим, я нажму «Формировавшееся общение». Ухаживать. Идти за мной. А почему она не ухаживается? Она теперь будет за мной бегать? А что я не могу за ней ухаживать? Надо держать кнопку. Я держу мышь. Теперь, видите, я ей делаю массаж. Я ищу у нее, на самом деле, вошки ищу. Блохи. Выискиваю. Чик такой себе. Массажирую. Опа. Она еще и брыкается. Ей не нравится мое ухаживание. Ты смотри, какая гордая особь. Кстати, вы заметили, что у нас изображено? Я нахожусь... О! Видите, я подхожу к какой-то обезьяне, и у меня на карте появляется белое. Видите, справа внизу? Я подошел к обезьяне, и у меня появилась самец. У меня появилось то, возле кого я сейчас нахожусь. Стою, вернее. Так, что мы тут можем что-то изучить? Так, а что это было такое? Что здесь для изучения объекта? Объект какой-то был для изучения. Не ту кнопку нажал. Вот это был объект для изучения. А ну-ка. Схватить. А я не могу это изучить. Должен, видимо, так. Нажмите Q, чтобы посмотреть предмет. Да, я это знаю. Я это уже изучил, эту функцию. Какую-то палку. И для чего мне эти палки? Найден новый инструмент. Сухая ветка. Да я не знаю, как мне лучше всего их тут собирать. Вот, допустим, сухая ветка. А ты кто? Давай тебя изучим. Гор. Одиночка. Тоже самка. Так, что мы еще тут хотели изучить? Тут какая-то штуковина в этой пещере. Это можно тоже изучить. Схватить. Осмотреть. Подожди, я схватил? Осмотреть. Так, какой-то камень особенный. Уже темнеет. 8 часов вечера. Найден новый инструмент. Обсидиан. Это редкий камень, по идее. Значит, я предлагаю, 8 часов вечера наступает темнота. Перекусить. Я ем. Так, отъедаемся. Все, поели. И предлагаю здесь возле речки попробовать прилечь. Съесть. Последние куски съел. Бросить ветку. Ветка мне не нужна. Это мне тоже не надобно. Я хочу лечь спать. Так, пробуем уснуть. А малышка мне прицепился как пиявка. И вот время тикает, бежит время 21 час. Ну, в принципе, рано легли мы спать, но ничего страшного. О, это что, мне снится? Наверное, это мои сны.
Я так подозреваю. Час ночи. О, ему снится как... Что? 4 часа, 5 часов. Солнце встает. Рассвет. Можно вставать. Вода. Мы немного хотим пить. Сон. Мы выспались. Должно быть все зеленого цвета. Почему-то оно желтое. Попробуем зачерпнуть воды, попить. Так, пьем. Как-то изменится наши показатели. Ой, я не понял. А все пьют воду. Они за мной повторяют. Ну правильно, правильно, молодцы. Так, хорошо. Теперь дальше. Что нам нужно делать дальше? Что у нас тут есть такого интересного? Вот тут у нас какой-то особь. Вот здесь у нас что-то есть. Вот это интересная штука, да? Что-то такое. Это что, кокосы какие-то, я которые могу срывать? С дерева? Пока они не это совершенно непонятно. Схватить какую-то ветку. Осмотреть. Я ее уже осматривал ранее? Похоже на какой-то ёршик для унитаза. По-моему, я уже ее раньше осматривал. Ну давайте съедим его, ёршика. Лишним не будет. Так, подъели, подхавали. Это все мы изучили. Вот эти вот вещи еще мы не поизучали. Так, это мы опознали. Вот это. Это ветки, палки. Это. Вот таким образом. Видите, мы так можем все... Знаете, где какие растения находятся? Так, концентрация. Есть. Так, мы сейчас так все с вами пораспознаем круг, в окрестности. Это очень полезно сейчас, мы вещами очень полезными занимаемся. Потому что в будущем, возможно, нам это дело все... О, стигнация шерстистая. Все эти растения в будущем, я так подозреваю, нам могут пригодиться каким-то образом. Так, лучше все пораспознавать. Не спешим. Чтобы мы знали, где какие растения находятся. О, камни, гранита два. Так, а это что такое? Это непонятно. Неизвестная точка, знак под знаком вопроса. Идем дальше. Вода питьевая, это что? Это листья обычные какие-то. Так, все, сейчас пораспознаю. Листья тоже. Концентрируемся. Двое листьев. Немного не могу... О, попал. Далеко нахожусь просто. Опа! Запомнить. Что-то новенькое. Ставим по значку себе. Обозначение. Так, все. Смотрите-ка. Тут мы все поизучали. Все-все... О, нет. Да, нет. Вот это что-то непонятное. Это камни. Гранит. Новые камни. Кажется, вот здесь еще можно что-то изучить. Знак вопроса. Запомнить. Что-то новенькое, неизведанное нам. То есть, эта игра... По сути, ты играешь как исследователем. Исследователем. Запомнить точку. Сколько можно точек запоминать? Это очень далекая точка уже. А видите, ты одну можешь только одновременно. Ставишь на ней квадрат, и таким образом ты запоминаешь. Давайте начнем с того. Тут что-то у нас было неизведанное. Пойдем в эту сторону. Вот, то есть ты ставишь такую вот штуковину, треугольник. Так, место для сна. Прежде чем строить поселение, организуйте место для сна. Обязательно, чтобы лечь вместе сна. Так, Z, место для сна. Место для сна, вот. Допустим, поспал. Сохранение суточного режима. Так, мы немного поспали. Завершить вылазку. Не-не, подожди, что значит завершить? А, я не понял, что значит завершить вылазку. Ну ладно. Так, смотрим, что у нас там еще можно изучить. С этим мы разобрались, с местом для сна. Следующее. Это тоже место для сна? Да, место для сна. Нейронная энергия. Когда детеныш находится рядом, накапливается нейронная энергия. Чем больше детеныша рядом, тем быстрее она накапливается. Понятно. Листья. Так, концентрируемся. Листья.
Так, мы там что-то... Вот это опять листья. Так, хорошо. О, чешется. Изучить. Самец. О! Так, что у нас тут еще неизведанного? Камыши какие-то. Камыши, камыши. Вот так в эту игру и играется. По чуть-чуть, по чуть-чуть. О, ничего-то неизведанное. Не буду туда пока лезть. Я буду пока что на земле тут, наверное, шастать. Так, что у нас тут? Запомнить незакрепленный камень. Хм. А что значит незакрепленный камень? Я могу его попытаться всковырнуть? Давайте подойдем к ним поближе. Ну. И что мне с ним делать, этим камнем? Может быть, позже какую-то надо будет какую-то палку применять к этому камню, чтобы его сковырнуть? Пока не знаю. Идем туда дальше. О, что-то надо подойти к этому делу. Тихо-тихо-тихо. Там что-то было. Можно же поставить концентрацию. Запомнить. О, вот там сейчас будем изучать. Что-то там такое новое. Какие-то камни очередные. Так, схватить. Осмотреть. Что за камень? Новый это порода камня? Что-то страшно ему. Изучает, нюхает. О, новый инструмент. Базальт. Ну, пока что бросим. Изучили. Будем знать теперь, что и существует и такой вид породы. Базальт. Концентрация. Базальт еще один нашел. Это что такое? Запомнить. Что-то новенькое. То есть в этой... А, это надо вниз спускаться. Что, бежим вниз? Ой, сейчас разобьюсь. Не-не-не! Вниз сейчас еще рано. Мы, по-моему, тут еще не все изучили. Запомнить. Что это такое? А ну-ка, на пробел держу. Что не особенно ускоряется. Это вот какие-то эти палки, да? Это они? И что, как мне их сорвать? Подождите-ка, я потерял ориентир свой. Знак вопроса стоит. Ну. Вот он, знак вопроса. И как мне тебя тут с этим разобраться, с этими палками? Что это такое? Ничего нету, у меня никаких... Непонятно мне, честно говоря, опознать. И как я должен это дело опознать? Ничего не появляется, никаких значков. Чтобы я как-то это взял, как-то это применил. Может быть, надо специальный инструмент, чтобы это расковырять все? Не понял я пока что этот момент. Видите? Я не могу пока что с этими штуками справиться. Никак, он не появляется. Чтобы... О, тихо-тихо, органы чувств, лечь. Позвать. Возможно, мы потом какой-то инструмент сможем себе скрафтить как-то. Ладно, ищем пока есть что-то другое, значит. Так, с этим все понятно. Так, синергия какая-то у нас там образовалась. Так, ну что? А, самец! Это концентрироваться. А что будет, если я пойду, допустим, запомнить? Что будет, если я к нему подойду? А он получится ли у меня? А это сложно будет, потому что я могу сейчас разбиться. Ну, в принципе, я уже получше разобрался в игре. Может быть, не разобьюсь? Так... Где он тут, самец? Вон там, наверху сидит. Ждет меня. Попробую к нему добраться. Тут вроде бы не должно быть сложно. Нам нужно зацепиться за этот ствол сейчас. Деревья! Держите меня! Оп. Ползем. А что он мне скажет? Я смогу его пригласить в свою стаю? Ой, что-то мне за... Вот, допустим. Привет. Так, привет. Как мне с тобой работать? Лечь, органы чувств, интеллект позвать. Какой-то он перепуганный. Ну, пусти меня. И что мне с тобой делать? Эй, чувак. Лечь, органы чувств, интеллект. Встать. Он выглядит напуганным. Он выглядит потерянным. Нюх.
Он выглядит таким, как будто бы он не знает, куда ему деться. Ему нужно как-то помочь. Ему, наверное, нужна помощь какая-то. Но я пока не могу понять, как я могу ему помочь. Интеллект. Встать. Он совсем малый, маленьким выглядит по сравнению со мной. Я более крупная обезьяна. Так, а почему я ничего не могу с ним сделать? Нет никаких... Обычно это самое. Обычно какие-то... Появляются какие-то значки. Позвать. Ничего не работает, короче. Это очень-очень-очень... Тут гнездо было. Наверное, мы сюда зря закарабкались. Но я же сейчас сдохну, если я сейчас буду вниз не очень удачно ползти. Так, ладно, идем тогда изучать, раз уж я сюда уже залез. Запомните. Полезу в гнездо. Обезьяна, ты меня пропустишь тут? Оп. Я перепрыгнул его, видели? Как я ловко. Оп-оп-оп, и перепрыгнул. Так, спускайся на эту ветку. Мы лезем в гнездо. Птичье. Наверное. Или что это такое? Ну, я подкрался. Это похоже на улей. Это сорвать. Схватить. Оп. Осмотреть. Похоже на пчелиный улей. Новый инструмент. Волокно хлопкового дерева. Ого! И что мне с ним делать теперь? Так, офигенно. Я нашел новый какой-то инструмент. Волокно хлопкового дерева. Я 100% смогу с него какую-то делать одежду. Только я пока его должен выбросить, наверное. Так, следующее. Что еще можно изучить здесь такого на дереве интересного? А это похоже было на гнездо. Развернулся. Ой, как он бедный стоит на этой палке. Так, это же это все хлопковые... Хлопковые изделия. Вот это гнездо коварное. Попробуем в него залезть? Как вы думаете, стоит ли... А там птица летает? Нет, это листок. Концентрация. Мертвый гоминид. Запомнить. Так, я лезу к мертвому гоминиду какому-то. Жесть. Это будет, наверное, непросто. Прыгайте. О-о-о-о! Так, все, под контролем. А где он? Мертвый гоминид. Вижу, вижу гнездо. Так мне надо было на эту палку тогда, по этой палке ползти. По этому дереву. Так. А смогу ли я для него допрыгнуть? Это вопрос интересный, конечно. Не, ну если с этой ветки, тогда смогу, наверное. Оп. Так, где там мертвый? Вот тут он был. Тут можно спуститься. Я уже немножко наловчился влазить по деревьям. Уже мне легче дается это все дело. О, я к гнезду пришел. Если сейчас меня тут не уничтожат, конечно же, хозяин... Мертвая обезьяна! Почему она здесь? Слушайте, это не мой отец, которого заколола птица. И что мне с ним теперь делать? Схватить. Яйцо! А смотри, я яйца нашел! Я нашел яйца! Фу, вонючие. Нюхай, яйцо такое. Новая еда. Яйцо орла скомороха. Зажмите, чтобы приготовиться. Вперед, вперед, прыгай. Походу, меня завалили. Походу, убили моего одного. О, заклевали. Мочи. Загрызли. И детеныша убили тоже. Страх неизвестности. Уже тут два трупа. Используйте органы Q, чтобы изучить окружающий страх. Помогает содержать истерию, когда вы напуганы. Уже два тут, уже два бати валяются, вы поняли? То есть это, короче, очень опасная штуковина. Сюда лучше не лезть, потому что уже одного примата завалили, теперь второго. Перед этим малышу надо где-то найти место для того, чтобы спрятаться. А не то, все очень будет печально. Оп.
То есть ему нужно сейчас найти укрытие, а после этого меня перенесут, скорее всего, на другую обезьяну. Так, я вниз ползу. Видите, как ему страшно этому маленькому, этой маленькой мартышке. То есть вот, мне придется тогда в следующей серии снова эту обезьяну спасать. Ну, либо самому вернуться в этот самый, как его. А я смогу прыгнуть? Нарисну. Оп. О, зацепилась. Я очень быстро спустился вниз, смотрите-ка. Классная обезьяна скачет. Так, вот. Теперь я могу найти тут укрытие. Вот ближайшее укрытие. Концентрация. Вот, укрытие. Но я же могу сразу же сделать концентрацию. Запомнить, нажать. О, и все, у меня теперь будет значок появляться. И я теперь буду знать, как туда быстро мне добраться. Опасность на каждом шагу. В общем, игра очень интересная, потому что надо там, где написан череп, спрятаться. Там, где написан череп, туда лучше не лезть, иначе там тебя... Орел здоровенный завалит. Вот, у нас были другие еще самцы, у нас еще есть другие. Мы потом научимся размножаться, я думаю. У нас появятся новые ребята. Ну, а так пока что, в принципе, игра крутая. Вот мы столько всего там поизучали. Будем учиться еще дальше играть в нее. Если у вас какие-то есть подсказки, и вы знаете что-то, что я тут, может, где-то я тупил, что-то не так делал, то, конечно же, подсказывайте мне, и мы будем в следующих сериях это все дело осуществлять. С вами был Неломоб, мы играли в игру под названием Ancestor The Human Odyssey. Всем пока-пока.